никого еще не видел краше. Ну где же ты была раньше, мокрая девочка? It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my группы и замуты. Учу сольфеджио, кварты, квинты, секунды. Плюс с пятницы по воскресенье концерты в разных городах, свадьбы и дни рождения. Тусы и корпораты, огромные фестивали. Видео в инстаграме, обучение в онлайне. Завистники пытаются сделать под нас закос, но им не стать бомбеем, поменять лишь цвет волос. Боссы из Новороса в индустрии развлечений. Имеем спрос и предложения, все время в движении. Если попал на наш концерт, бегом на танцпол. Колумбия не знает, что там будет за хардкором. Коля, нужно снять промо, как у всех нормальных кавер-групп. В общем, берем ангар в стиле индастриал, нанимаем пиротехника, двух, все нахрен поджигаем, барабанщика подожжем. Все такие в искрах, 100-500 кадров в секунду. Вы же Бомбей, краски Холли, черное помещение. Берем какой-то бабушкин домик, вы такие появляетесь и растанцовываете их до смерти. Или вот мастерскую художника. Две дым-машины, нет, три. Ставим сзади источник, силуэты, волосами так дрыгаете. Не, это дорого. Да и кому это нужно? Я тут посмотрела все промо лучших кавер-групп страны. Значит, мы делаем так же. Мы такие все красивые, вечерние. Сцена большая. Свет, shine bright like a diamond. Все шикарно. Чтобы все такие, они из Москвы? Бюджет у нас на один зал. Чтобы это все было дорого, богато. Бомбей представляет нормальное промо. Бжух. Simple the best.